Однажды под Новый год я сидела в своей комнате и рисовала, а за окошком падал снег. Снежинки были такие необычные, как будто сам Дедушка Мороз смотрел в мое окно. Я тут же решила нарисовать дедушку красками прямо на стекле. Вот так чудесный волшебник будет смотреть на меня весь год своим добрым взглядом.